кто из вас умеет зарабатывать миллион долларов? Честное слово. Умеет зарабатывать миллион долларов. Нет, серьезно, подождите. Интересный вопрос. Я спросил, кто умеет зарабатывать миллион долларов? Стоп. В данный момент. Значит, так. Знаете, что происходит сейчас в ваш мозг? Ваш мозг что говорит? Он исходит из вашего прошлого. Ваш мозг говорит от того, то, что раньше было или не было. Дорогие мои, все умеете это делать, просто пока этому не научились. Абсолютно все умеете это делать. Только нужно, чтобы наш мозг это понял. Например, хорошо, кто умеет заработать $1? Видите, вы не сомневались. Вы заметили, что вы легко, ну что это такое, я же каждый день зарабатываю, легко поднимали руку. Согласны? Внимание, внимание, секрет. Я хочу, чтобы вот этот секрет уловили. Внимание. Вы умеете заработать $1, правда? И вы знаете, вы в этом сомневаетесь? Нет. Вы ловите, какое ощущение у вас внутри. Ловите, какое состояние в вашем сознании находится, когда вы убеждены, что именно так и по-другому иначе. Ловите, ловите, какое внутреннее у вас состояние. Абсолютно 100%, возможно, 1000% уверенность. Так? Вы уверены, что это на самом деле так и по-другому, ну как это, я спокойно зарабатываю. Такое состояние, согласны? Теперь внимание. То есть вы можете спокойно, не сомневаясь, без ничего, когда это мы слышите, значит, $1 вы зарабатываете, правильно? Есть хорошая новость, супер новость. Просто что надо делать? Я тот день говорил, что надо научиться, что ты хорошо умеешь делать, и его просто увеличивать. Я так сказал? Вот то, что умеешь делать, его надо что делать? Увеличивать. Смотрите, если вы умеете зарабатывать $1, просто миллион раз его надо повторить. Вот этого миллион раз надо повторить. У вас будет сколько денег? У кого в голове щелкнул или еще не щелкнул?